قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. Сыны Израиля зашли в землю обетованную и жили в ней долгие века. Их история прошла три стадии — эпоху судей, эпоху царей и затем эпоху разделения, когда они разделились на два царства. Коран не сообщает нам подробности того, что происходило за все эти столетия. Но есть аяты, в которых сообщается, что Аллах посылал к ним посланников, одного за другим. Также есть хадисы о том, что к ним отправлялось много пророков и посланников. Более того, когда сыны Израиля находились на священной земле, к ним могли посылаться одновременно два, три пророка. Порой они называли их лжецами, а иногда и убивали их. Доходило даже до того, что они гордились тем, что убивают пророков. Иногда, убив очередного пророка, они начинали гордиться этим. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Иногда они закидывали их камнями, иногда закалывали или пользовались разными другими способами убийства. В один из периодов времени, когда сыны Израиля жили на этой земле, расширились, и у них было большое царство. В одном из их селений началась чума, и люди стали убегать от чумы. Когда они покинули свое селение, убегая от чумы, Всевышний Аллах умертвил их всех. Там были тысячи людей, и Аллах знает лучше, сколько тысяч. Все они умерли. Всевышний Аллах пожелал уведомить их, что смерть, от которой вы убегаете, все равно настигнет вас. У сынов Израиля было одно удивительное и странное качество. Они жаждали жизни больше всех людей. Каждый из них желал бы прожить тысячу лет, и даже этой тысячи ему бы не хватило. Они цеплялись за жизнь, поэтому в них явно прослеживалась трусость. Они были трусами. Почему? Потому что изо всех сил держались за жизнь. И это недостаток и порок. Если человек настолько сильно цепляется за жизнь, он становится одним из самых трусливых людей. Даже сражения, как говорится в аяте, они не станут сражаться с вами вместе, разве что в укрепленных селениях или из-за стен. Это было удивительной чертой израильтян. И поэтому, когда началась чума, они тут же убежали. Когда эти тысячи человек покинули селение, Всевышний Аллах умертвил их всех до одного. Данный случай произошел при жизни пророка по имени Хизкиль и Езекиил. Историки сообщают, что он был одним из пророков Всевышнего Аллаха, отправленных к сынам Израиля. Когда Хизкиль прибыл к ним через какое-то время после их смерти, и трупы уже разложились, он посмотрел на это место и увидел, как лежат тысячи мертвых, от которых почти ничего не осталось. Впечатленный Хизкиль смотрел на них молча, воспринимая это как назидание для себя. Всевышний Господь спросил Хизкиля: «Хочешь, чтобы я воскресил их? Хочешь, чтобы я еще раз даровал им жизнь?» Он сказал: «Да, Господи». И, видимо, он жалел тех людей. Хизкиль обратился с мольбой к своему Господу, и внезапно тела вновь обрели кожу, мышцы, кости и полностью сформировались. Все это происходило на глазах у кого? У Хизкиля, одного из пророков Всевышнего Аллаха. Итак, сформировались тела всех этих тысяч людей. После этого Всевышний Аллах повелел, чтобы их души вернулись к ним. И все они как один восстали перед пророком Аллаха Хизкилем. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. Всевышний Аллах хотел, чтобы это стало назиданием для людей и чудом для своего пророка, чтобы сыны Израиля больше боялись Аллаха, вернулись к его религии, поклонялись Аллаху. Но, к сожалению,
Они были преступниками с жестокими сердцами. У них на глазах умерли тысячи человек. Они потеряли их. Все, их больше нет. И внезапно Аллах воскресил их всех. Они снова вернулись к своему народу, и чума, и все остальное прошло. Аллах сказал им: «Умрите». Затем Он оживил их. Воистину, Аллах милостив к людям. Однако большинство людей неблагодарны. Годы сменяли друг друга. И группа сынов Исраиля стала поклоняться одному идолу помимо Аллаха. Что это был за идол? Его звали Бааль, Ваал. Идол – истукан по имени Бааль. Они поклонялись ему помимо Аллаха. И Аллах отправил к ним одного из своих пророков, которого звали Ильяс, Илия. Чьим потомком был Ильяс? Он относился к роду Гаруна ибн Имрана, брата Мусы, мир ему. Ильяс был пророком, праведным человеком. Аллах посылал ему откровения, и он обращался к своему народу с наставлениями. Аллаха раббакум ва рабба абаикум ал-аввалин. Ответили ли сыны Исраиля на его призыв? Уверовали в то, что говорил Ильяс? Нет, они не уверовали в него и проявили упрямство. Более того, один царь или правитель, который был в то время, противился Ильясу и хотел его убить. Из-за этого Ильяс, мир ему, вынужден был бежать и прятаться в пещере долгие годы, до тех пор, пока Всевышний Аллах не погубил того царя. После этого Ильяс вернулся, снова начал призывать людей к поклонению одному Аллаху. И они действительно стали поклоняться Всевышнему Аллаху. Какое-то время сыны Исраиля поклонялись Аллаху, но потом, когда они убивали пророка или цепь пророчества прерывалась сама, они возвращались к идолопоклонничеству. Тогда Аллах снова отправлял к ним пророков, но они не верили в них, либо убивали их, либо слушались их какое-то время, а затем вновь брались за старое. Удивительное качество сынов Исраиля. Они никогда не придерживались поклонения одному Аллаху в течение долгого времени. Большую часть своей истории они были грешниками и беззаконниками. Что касается верующих среди них, то они были в меньшинстве. Другим пророком, который был послан к ним, был Аль-Яса, Елисей. Аль-Яса был одним из пророков Аллаха. Он пришел к сынам Исраиля, чтобы запретить им поклоняться кому-либо помимо Аллаха, запретить идолопоклонничество. Но они мучили его и, как говорили, убили. Скольких пророков они убили? Сколько крови пролили? Сколько раз они начинали считать для себя дозволенным то, что запретил Всевышний Аллах? И как часто они запрещали себе то, что Аллах им дозволил? Они считали дозволенным чужое имущество. Они незаконно пожирали имущество людей, пожирали лихву. И среди них широко распространилось ростовщичество. Среди них распространилось много запретного. Доходило до того, что они не считали дозволенным халяль и не запрещали себе харам. В таком положении они оставались сотни лет. Всевышний Аллах посылал на них бедствие, и тогда они каялись. Когда же бедствие заканчивалось, они снова начинали ослушиваться своего Господа. Аллах посылал им пророков, и они то вразумлялись и воспринимали наставления, то впадали в неверие или убивали этого пророка. Затем среди них вновь появлялся пророк, и все начиналось сначала. Так проходили долгие годы существования сынов Исраиля. Что же происходило в эпоху судей, в эпоху Израильского царства и в период разделения? Об этом мы узнаем в следующей серии. Вверяю вас Аллаху. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. قصص القرآن بدا الأيام وبعاديها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. Дорогие зрители, ваша активность на канале поможет другим увидеть наши видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пусть вам это запишется как награда за благое дело. Аминь.